Репетиция, проверка звука. Для меня просто в архиве. Это не я. Все, можно? Ну, вот и двустишье первое. Первый гвоздь. Дверь явно затихла, как дверь, за которой гость. Стоявший, как хвоя у входа, спросите в дом, был полон покоя. Как гость, за которым зов хозяина, бдение хозяйское, скажем так, был полон терпения. Как гость, за которым знак хозяйки, всей тьмы знак. Та молния поверх слуг, живой или призрак, как гость, за которым стук, сплошной непосредством ничей, оттого и брём. Хозяйкино сердце, березы под топором, расколотый ящик, Пандорин, ларец, завод, без счета входящих. Но кто же без стука ждет уверенность в слухе и в сроке? Припав к стене, уверенность в ухе, ответ нам твоя во мне, заведомость входа, та сладкая. Игры в страх, особого рода оттяжка, с ключом в руках, презрение к чувствам над миром мужей и жен, та оптина пустошь, отдавшая даже звон, душа без прослойки чувств, голая, как филах, дверь делала стойку, никто же ли об ушах? Что там, Катя? Как фавновые рожки. Как фавновые рожки, вставали, как рот опли, еще бы немножко. Совсем бы сошла с петли от силы присутствия заспинного в час страстей. Так жилы трясутся, натянутые поверх всей возможности. Стука не следовало. Пол плыл. Дверь кинулась в руку. Брак отпустил.